Картина называется «В лихую годину на Руси и крест превращается в меч». Здесь изображены как бы три богатыря. Первый богатырь, самый старший, в его руках крест, он священник. Но этот крест переходит в меч. Второй воин, готовый к битве, он смотрит на меч. А третий, самый младший, это как бы ангел с голубыми глазами и золотыми волосами. Меч доходит ему до груди. Он для него слишком большой. Руки у этого юноши ангелы полупрозрачные. Но и он готов защищать свою родину.